Приветствую вас на канале Red Cat. Сегодня поиграю в игру под названием Poppy Playtime. Chapter 1, эпизод 1, тяжелое положение. И написано, что... Я наконец-то вернулся обратно, я так понимаю, на какую-то фабрику после многих лет, после того, как там все куда-то исчезли. Интересно. Ну что ж, ребят, давайте подпишемся на страничку Red Cat, YouTube, Instagram, также не забываем про мой Discord и посмотрим, что же это за игрулька. Начинается какое-то видео. Ты увидишь что-то очень невероятное. Невероятную куклу Поппи ее зовут. И она первая настоящая кукла в мире, которая умеет, так понимаю, разговаривать и отвечать на вопросы детей. Она может общаться с ребенком. Вы не верите? Просто смотрите. Что это такое? Поппи, время играть. Она как реальная девочка. Привет, меня зовут Поппи. Я люблю тебя. Ты можешь почистить мои туфли? Да, конечно, ты как настоящая девочка. Хочешь выглядеть... Прекрасно, спасибо. У нее отличные волосы, и они просто как цветок мака. За $6 можете купить. Я настоящая девочка, просто как ты. Что это за время? Время играть. Если ты хочешь увидеть, как создаются куклы, ты можешь заказать тур по фабрике за 3, не знаю чего, доллара или фунта за каждого человека. Ух ты, какой-то цветок мака был. Просто посети нашу фабрику. Ну окей. Короче, кукла по 6, билеты на фабрику по 3. Poppy Playtime. Ребята, вы очень... Мне много писали об этой игре, говорили, что она какая-то очень интересная, но довольно-таки страшненькая. Так, ладно. 10 лет назад пропали все сотрудники. Найди цветок. О, ребят, вот этот вот цветок был нарисован в том видосике. Там была такая дверь, и вокруг этот цветочек. То есть нам нужно найти ту дверь. Интересно. Прикольно. Так, что происходит? Мне уже интересно. Меня уже заинтриговали. Мне нравится игра. Говорят, что она какая-то страшная. Это мне тоже очень нравится. Я люблю страшные игры. Так, идет загрузка. Welcome! О, какая прикольная стилистика. Смотрите, руки такие длиннющие на все стены. Это какой-то... У нас получается ресепшн, да? Тут у нас... Какой-то... Запустение. Это, наверное, та фабрика, да? 10 лет спустя я на нее попал. Интересно, кто я? Бывший сотрудник или кто? Может, какой-то детектив? Тут листья. Наверное, осень, как и сейчас у нас за окном. Так, проигрыватель какой-то. Видеомагнитофон. А здесь что? Так, тут сверху... как туда дотянуться? Не дотягивайся. Тут рука. Угу. Ну да, тут все заброшено, и что я тут делаю, непонятно. Ладно, давайте смотреть, что тут еще есть. Ресепшн есть, есть ручки, есть компьютер. О, есть кассета, которую можно послушать. Давайте ее возьмем. Так, и ставим вот сюда вот. Магнитофон, прикольно. Привет, меня зовут, неважно. Короче, он тут главный. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. Понятно. Trespasser, just to make you aware, короче, сейчас я осмотрюсь, ребята. Вкратце он говорит о том, что если ты смотришь эту видеозапись, значит ты нарушитель. Поэтому ты нарушитель, и к тебе будет там, скажем так, особый... Я пытаюсь еще послушать, он говорит. Но он говорит, что здесь какие-то ловушки, здесь какие-то датчики, поэтому они связаны с полицией, и они сработают. Короче, будет сирена, они узнают о том, что ты нарушитель, здесь, и тебя придут, и схватят. Ну, что-то такое. Поэтому лучше разворачивайся и уйди отсюда. Ну, как-то вот так вот. Что-то об этом он рассказывает. Он как начальник охраны, типа. Ну, окей, хорошо. Так, почему не могу подобрать это? Ну, ладно. Так, тут что у нас? Тут какой-то ребус.
4. Короче, надо каких-то 4 цвета найти из 9 и ввести. Надо найти что-то такое, что может напоминать, что может быть какая-то подсказочка. Какой-то звук такой странный. Что там происходит? Вентилятор какой-то работает или что это? Ага, как мило. Паровозик. Прикольно. Паровозик едет. Кстати, у него вагончики разных цветов. Мне кажется, это подсказка. Та-та-та-та. Сейчас попробую порядок, в котором он ехал. Так, зеленый, розовый, по-моему, желтый, красный. Угу, получилось. Так, тут у нас какая-то комнатка. Еще одна кассета. Давайте послушаем тоже ее. Ой, что-то такое интересное. А, это, наверное, охранная комната, да? Ух ты, а это что такое? Что-то интересное такое. Я хочу это. Как это забрать? Так, ладно, давайте посмотрим по телеку. О, похоже, это вот это то, что там лежит. Это какая-то хваталка. Тут есть пушки, как ее называют, да? Ага, ну типа выстреливаешь. Понял. Ты можешь вот так вот стрелять, как бы, и ух ты, ты можешь еще захватывать, это как хваталка она берет, и ты можешь тащить на себя. Но, типа, лучше брать маленькие предметы. И не нужно использовать на сотрудника, потому что можешь сделать им больно. Также они проводят ток, так что ты можешь использовать их как проводник. Электричество, что-то такое. Непонятно. Ну ладно, спасибо, используй свой граб, короче, по назначению. Ну ладно, а что, как-то можно получить, забрать? Что там, кнопочку какую-то нажать надо, нет? Вау, как круто, анимация такая прям как настоящая. Вау, что это, у меня рука есть. Пардоньте, это не я, он сам упал. Клёво, какая штука прикольная. Обалдеть. Смотрите, я могу тянуть это. Класс. Я хочу себе домой такую штуку. Представляете, так. Хоба, яблочко. Хоба, там, включил телевизор, там, не знаю. Класс. За телефоном не надо никуда тянуться. Прикольно. О, я знаю теперь, ребят, куда это использовать. Я теперь знаю, куда я смогу дотянуться. Класс, 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 класс. Мне уже хочется сюда попасть. Так. Во. Ничего себе, как Джеймс Бонд прям. Открывается по отпечатку пальца. Слушайте, кажется, я понял, чья, для кого это сделано. Смотрите, ребят, тут огромная кукла, и, видимо, это для нее сделали. Ой, так, что с моей рукой? Эй. О, вернулась. Привет! Ты такой высокий, пузатый, а что за кнопочка? Давайте послушаем. Хаги, его зовут Хаги, Хаги-Ваги, 1984 года. Хаги-хаги. Класс. Я хочу себе домой такую куклу. Хаги. Можно? О, тут уже распаковано. Давайте ее заберем. Эй, не могу туда забрать. Я могу только брать коробки, но не могу саму куклу забрать. Ладно, давайте посмотрим, что здесь у нас. Тут у нас закрыто. О, давайте, может, сюда тоже. Кстати, я могу разбить это, нет? Ладно. Ток, ничего себе. Так, так, что за звук? Что за звук? Что за звук? Что за звук? Опача. Смотрите, ребята, ключик. Иди сюда. Отдай. 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 Отдай сюда. Так, у него, по-моему, зацепилось. Дай сюда. Эй. Отдай мой ключ. Отдай. Ты кукла пешеная. Не понял? Не понял. Так, ребят, у меня ключик застрял, я не могу забрать, никак не получается. Канал мой, подпишись, лайк поставь, мне не скупись. Короче, ребят, какой-то глюк, когда ты направляешь на ключ, второй раз я уже не могу его подобрать, у меня стреляет куда-то ему в ноги. Я не знаю, с чем это вызвано, поэтому я сделал себе такую как бы конструкцию и вот прыгаю его, пытаюсь расшатать, чтобы он свалился. Видите, вот я стреляю в него, у меня куда-то вниз летит. То есть надо как-то, видимо, по-другому это сделать. Сейчас буду прыгать. Вот так вот, может, как-то надо его зацепить. Не знаю, не знаю. Что-то мне не получится. О, я его дотронулся. Yeah!
О, ребята, это было очень сложно. Можете поставить лайк под этим видосиком, ребят. Я, наверное, мучился минут 20 над этим, чтобы его как-то оттуда снять. Фух, наконец-то. Так, подождите. Я забрал ключ. Теперь надо пойти посмотреть, от чего он. Так, идем, идем. А, не, подождите, я отсюда пришел. Фух, я такой довольный. Я думал, что это какой-то баг, что я не могу оттуда снять. Но нет, получилось. Так, может сюда? Давайте по очереди. О! Получилось. Так, только для персонала. Угу. Окей. Так, хорошо. Тут пусто вроде. Ничего нету. Какие-то игрушки валяются, все разбросано. Плакат прикольный. Помни, делать и не делать. Stay past. Не нужно опаздывать. Ну, короче, такое себе. Так, я так понимаю, что мне нужно электричество починить, потому что тут какие-то щитки постоянно. Шнуры. Вот, может, вилку вставить, нет? Это что такое? Непонятно. Это что такое? А что здесь? Что непонятно? Так, а это что такое? Фу. Как в крови все. Yeah. Так, рукой надо. Ага. Боже, я что-то сломал. Простите. Так, а, там говорилось про провода. Как-то это запитать. Ну, ага, понял. Столбик этот запитать. А, и там щиток был, щиток. Надо как-то до него дотянуться. Где-то он здесь был. Так. Еще. Ага. Два столбика соединяешь и все. Не понял, куда кукла делась. Ладно. Тут же кукла была. Как так? Где кукла делась? Make a friend. Заведи друзей. Классный кот, ребят, супер. Там рука была! Она сюда пошла. Реально, это не глюк, смотрите. Сейчас я вам повторю, смотрите. Во! Это его рука. Мне кажется, кукла жива. Что-то мне не хочется туда идти, вот прям вообще не хочется. Я лучше сюда пойду. Ага. Написано, что это ступеньки в ад. Сейчас будет страшно. Я чувствую, сейчас будет страшно. Так, начинает уже пугать, ребят. Длинный коридор. Резкие звуки. Я вообще не хочу туда идти. Сейчас будет какая-то дичь происходить. Я чувствую, сейчас что-то будет происходить. Мне нужно, наверное, будет очень сильно бежать. А нет, вроде все в порядке. Так, разбросаны куклы какие-то у нас, магнитофоны уже оранжевые. Так, ладно. Пока все спокойно, я один тут хожу. Здесь что? Так, какой-то конвейер. Какой-то пульт. Ничего не нажимается на нем. Так, это дичь. О, смотрите. Куда это? Так, я один элемент поставил, надо еще найти три элемента. И где они могут быть? Интересненько, интересненько. Так, что-то наверх показывает. А что наверху? Наверху ничего нету. Так, здесь ручки. Где ручки, я понял, уже надо все пробовать. Видите? Я открываю какую-то дверь. А, это я попадаю туда же. Да-да-да, я еще заходил, обратил внимание, что там была сломана ручка. Значит, я с этой стороны могу. Так, я хочу найти оранжевую кассету, поэтому я вот тут вот все коробки разбрасываю и смотрю, нету ли тут оранжевой кассеты. Угу. Пока не видно. Ладно, идемте дальше. Продолжаем поиски. Продолжаем, продолжаем. Топаем, топаем. Окей. Сейчас посмотрим, что тут спрятано. Так, тут голова лежит какая-то. Видно, это конвейер игрушек, да? Так. Все разбросано. Какой-то бардак здесь. Куча коробок. О-о-о, еще один элемент. Так, подхожу. Подбираю. Отлично. О, еще. Так. Есть. Есть! А где третий? Где третий? Третий. Прикольно. Игрушка такая классная сверху. Вот, вижу третий. О, и кассета. Прикольно. Все, я все нашел. Три элемента и кассету. Угу. Окей. Идем смотреть фильм. Что там будет у нас за фильм? Rich. Where are the
Рич. Где что-то там, какую-то коробку еще? Он говорит, что тут когда-то был вообще порядок в этом месте. Он ему отвечает, нет. Короче, ребята, как два кладовщика общаются между собой о том, что здесь очень много коробок, что все тут разбросано, что здесь бардак. И показывается вот такая вот хваталка для чего-то. Короче, он очень злится, что здесь очень много коробок. А он говорит, да, мне надо успокаиваться, я так понимаю, потому что это для сирот. Ага, слушайте, значит, они здесь делали игрушки для сирот, получается? Они раздавали детям их? Малоимущим, наверное, да? Прикольно. То есть тут склад, наверное, и вот эти коробки в дальнейшем должны были с куклами отправиться деткам-сиротам. Вот такая вот история. Слушайте, там дверь закрылась. Одна. Как-то связано с чем-то. Там, где Danger надпись. Помни про перерыв. Так, что-то едет ко мне. Слушайте, классная игрушка. Все так красиво, все так необычно. Рука. Еще одна рука. Моя правая рука. Круто, ребят. У меня теперь две руки. Я могу открывать вот эти вот двери. Кстати, в начале тоже была какая-то такая дверь, которую нужно было двумя руками открывать. Кидыщ. Открывается. Danger написано. Приседаем. Идем. Что это такое? Ой, валики. Воу. Я куда-то спустился. Grab to complete киркует. Что-то надо... А, понятно. Опять починить. Электричество нужно сделать. Давайте посмотрим, где чего. Так, я тут что-то запутался немножко. А, вот. Сюда запитать. Куда? Подожди, а куда бежать? Так, наверху что у нас? Ага, налево идти. Но там валики. Значит, надо через вот эту штуку, наверное, протянуть. И второй рукой... Есть. Оу! Воу! Я куда-то еду! Что происходит? Так, по-моему, я запустил конвейер, и я на нем еду. Прикольно. Юху! Давайте, ребята, покатаемся! О боже. Я думал, это сирена уже какая-то. Потому что там вначале рассказывали, что есть секрет. Ну, это сирена, которая вызывает полицию. Это конвейер, и здесь падают куклы. Запчасти от кукол. Потом это все, видимо, здесь собирается. Слушайте, тут разбитое стекло. Видимо, что-то здесь вылетело отсюда. Прикольно. Мы попали уже в производственный цех. Так, тут у нас несколько этажей. Все такое старое, все заброшенное, все неработающее. Так, тут какая-то у нас Nobody Leave. Никто не уйдет без куклы, написано. То есть сюда надо, скорее всего, куклу поставить, чтобы выйти. Понятненько. Так, справа у нас какой-то выход закрыт. Написано Dangerous. И прикольная, очень прикольная. Чем-то на моего кота похож. Вот этот персонаж слева, согласитесь, да? На Red Cat Games, он же Red Cat Roblox. Ладно, пойдемте на второй этаж, потому что я там вычитал, что кнопка требует электричества. Так, здесь нам теперь уже какая-то розовая кассетка нужна. Это что такое? Тянется. О, справа, смотрите, ребята, что-то розовое. Это похоже на кассету. Смотрите. Эй, не попали. Опа. Так, пойдемте вставим кассету, будем слушать и смотреть, как починить электричество. Так. Stella, what made you want to work at the Playtime Co. Factory? Playing with toys when I was young was so magical. Stella, как ты пришла работать на фабрику? Она рассказывает о том, что она игралась в игрушки, что очень круто, твой мир, короче, в твоей спальне, целый мир, рассказывает, короче, о своих переживаниях каких-то детских. Короче, со временем она решила пойти работать на эту фабрику. Так, запитать надо здесь, и здесь есть мост. Я так понимаю, что он едет сюда и отсюда, то есть нужно его потом еще переставить как-то. Вот так, наверное. Вот так вот, и вот сюда. Так, что-то мне не хватает.
Так, а что делать? Я, наверное, очень далеко тяну. Мне надо как-то по-другому это делать. Вот, видите, мостик, он катается. Нужно, наверное, как-то вот сюда его протянуть. Ну, наверное, вот эти столбики не нужно обходить. Вот этот столбик не нужно обходить, потому что так не дотянется, я так понимаю. Нужно как-то этот мост перекручивать. Ух ты, я повис на этом, смотрите, проводе. На этом электричестве, как это возможно? На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Короче, ребята, спустя минут 15 я понял, как это работает. Вот так вот делаем, мостик два раза переставляем и вот здесь соединяем. Во как получилось. Так, ну что, можем прыгать вниз, я так понимаю. Сейчас уже запускаем этот конвейер и будем делать себе куколку. Вот это, наверное, я не умер. Это хорошо, это позитивчик. Так, ну что, power on. А, не работает. Так, а что я еще не нажал? Фу, что ж так резко-то, а? Улитки. Улитки-бобы. Так, тут еще рычажки загорелись. Давайте их понажимаем. Дзинь. Так, есть. Дзинь. Есть. Дзинь. Окей. Все, поехали, поехали. Запчасти. Ух ты, я какую-то зверюшку буду делать. Хм. Все, ребята, зверюшка моя отправляется вот сюда и будет тут уже собираться. Вот здесь я буду, так понимаю, где-то ее ждать. Вот тут она, наверное, будет еще проезжать. Ну, короче, ждем. Да, интересное место, интересное. Пока вообще не страшно, не знаю, что-то страшного-то. Ух ты, смотрите, какая классная зверюшка едет. Он похож на кого-то тигра. Какая милаха, у него есть крылышки, у него есть такие ушки. Точнее, это, наверное, не ушки, как у пчелки, знаете. Похож на пчелку какую-то летающую. Пчелка-тигр, я бы сказал. Ну, давайте заберем, может забрать его? И не забирает английское. А так, так забрал. Все, я понял, теперь надо вот сюда поставить. И тогда нас выпустят отсюда. А ну-ка, да, я был прав. Так, идет сканирование. Все отлично. Все вроде получилось. Так, вроде больше тут нечего делать. О, я знаю, я же здесь был. Мы возвращаемся, получается, обратно, да? Ё-моё, ты чё такое? Он не пролез сюда. О, пролез сюда. Так, куда? Подождите, вот сюда, вот сюда. Вот сюда, бежать. Так, слушайте, мне что-то это не нравится. Подожди, дверь закрылась. Дверь закрылась. Мне не нравится, когда двери закрываются. Ладно. Да, наверное, нужно отсюда сматываться. Так, он бежит. Ничего себе, как он топает. Так, мне страшно. Мне страшно. Блин, что происходит? Так, я попой чувствую, он за мной бежит. Я даже не хочу оборачиваться. Не хочу. Так, надо смотреть. Как падать? Все, есть. Нет. Он точно бежит, да? Да, он бежит. Он бежит за мной. Боже мой. Тупик, завалено. Нет. Блин, куда бежать? Я не знаю, куда бежать, я уже... Так, блин. Я слышу, как он бежит. Я слышу, он приближается. Блин. Я должен убежать от него. Да как так? Эти шаги, это ужасно. Нет! Боже! Черт, закрыт! Тупик! Я не знаю, куда выходить. Так, что-то открылось. О, боже мой, он бежит. Так, куда сюда? Так, подождите, я не могу бежать. Почему я не могу бежать? Ребят, у меня что-то произошло, видимо, я устал. Все, у меня shift не работает, я не могу бежать. О, фух, выбежал. Так. Это что, нажать? Слушайте, ребят, у меня сердце просто остановится. Вот это была скачка. Фух, надо подождите отдышаться. Это было нечто. Но... Это было очень страшно. Я не знаю. Такая музыка просто, этот топот. Я чувствую, что он вот-вот за меня хватится. Я надеюсь, он умер. По крайней мере, убился. Кстати, ребята, я нашел вот этот цветок. О, кассета. Кассета. Давайте ее послушаем. Это же тот цветок, о котором мне писалось, что его нужно найти. Получается, я его нашел?
Класс. Final log in relation. Experiment 1006. Эксперимент 1007. Прототип. Cooperation is evidently within his skill set, as well as the skill set of all others. Что там за крики? Those still missing. Today's events are no doubt in relation to him. Понять. Ребята, я узнаю эти шаги. Это зверюка, короче. Я понял, слушайте, интересная штука. Та женщина, Стелла, она рассказывала про деревья, которые старше людей, о том, что люди умирают, что нужно их как-то оживить, чтобы они стали бессмертными. И вот этот вот тоже ученый рассказывает о каком-то исследование о том, что не нужно повторять этих ошибок. Кажется, он умер. Слушайте, у меня такая есть догадка, что они как-то оживили эту куклу, которая за мной гонялась, и теперь она бессмертная. Ой, это что такое? Слушайте, какой-то ужас. Not stop. Короче, ладно. Не оборачивайся, не останавливайся. В общем, заходим. Так, мне здесь уже не нравится. Когда играет детская музыка, это самое страшное вообще, что может быть в ужастиках. Мне нравятся вот эти две руки, которые впереди. Так, тут шкаф, он закрывает дверь. Тут явно нужно сюда пойти, да? Дверь закрыта, я не знаю пока, как сюда проникнуть. Ладно, давайте все посмотрим. Тут детский домик, подушки какие-то лежат, шкаф. Что-то... Так, а что здесь? Здесь какая-то дверь в ад. Не хочу ее открывать. Ну ладно, пробуем. О-о-о! Боже мой, это же эта куколка. Слушайте, как красиво-то. Так, это чьи-то воспоминания, так понимаю, да? Ладно, давайте откроем. Ой, боже, какая-то она страшная. Боже. Ты открыл мой сундук? Пускай это будет сундук. А, все? Фу, ну что, ребят, я хочу вам сказать, что очень крутая игра. Это только первый эпизод. Я с нетерпением буду ждать второй эпизод. Мне заинтересовала эта игрушка, ребят. Если вам она тоже понравилась, пожалуйста, поставьте много-много лайков. И, возможно, я сниму еще кое-что по этой игре. Спасибо, что смотрели, ребят. Пока, на этом все. Всем до скорого.